Всем привет, друзья! И сегодня мы с Настюшкой продолжим прохождение игры Unravel. Это, ребята, наш замечательный, уже любимый, да, скажу так, наш красный котик. Ну что, Настюшка, нажимаем продолжить, ребята! И у нас начинается наша замечательная игра, очень красивая. Кто в ней, ребят, не играл, советуем поиграть, да, я думаю, что ее можно найти на Windows'е. Хотя вот мы играем на консоли, да, мы играем, ребят, на Xbox'е. Но я думаю, что она есть на Windows'е, на компьютерах, на ноутбуках. Без проблем, думаю, можно найти. Так, мы закончили, когда нашли рыбку. Да, мы закончили, нашли рыбку. И сейчас отправляемся дальше, ребят, к следующей фотографии. Поглядим, что у нас впереди. У нас была у нас часть, называлась море. Море называлось, это у нас пройдено. Это у нас часть, вот как раз, кстати, море, смотрите, да, оно у нас пройдено. А вот это новое. Заходи, заходим сюда, это, ребята, там что-то, я вижу, ягоды, да, в лесу? Это похоже лес или парк. Это ягода, ребят, называется, не ошибаюсь, морожка. Если я не ошибаюсь, конечно же, да, мы ходили тоже за ягодами. Кажется, морожка. За грибами, за ягодами ходили, да. Очень круто, до сих пор ходим, конечно же, в лес. Очень классно, нам очень нравится, да. Всей семьей. Так, ну что же, ребята, и мы сейчас переносимся, да, в наш лес, в сказочный наш лес. Смотрите, о, грибов сколько уже здесь. Ну, кажется, это все красные мухоморы. Это мухоморы, а там, мне кажется, вот сидит обабок уже. Да, гриб обабок, это у нас подберезовик. Так, ну все, ребятки, давайте начинаем игру. Кстати, ягодки, это, ребят, клюква. Это клюква. Так, юху. Море! Вау! Это не море, это просто маленькая речушка какая-то. Даже для нас, для даже меня... Ну, хотя да. А для меня, котика, это море. Хотя да, ребята, мы очень маленькие, да, и для так нас... Что это море. Для нас возможно, что это море. Вот это точно для нас море будет огромное. Класс! Куда это? А, власть! Фух, кораблик нас спас. Вау! Ничего себе, куда-то мы, ребят, на пеньке, на этом поплыли. Так, посмотрим. Это чё? Мамочка! Я только что была. Так, ребят, сейчас нам, я понимаю, мы находимся на самом дне. Нам сейчас нужно выбраться туда, наверх. И как-то переплыть через это, не знаю, что даже. Так, нам нужно... Как-то потянуть, видно, да, открыть воду, поднять наш плот. Я только что нажала, и она не поднялась. Надо ее держать, ее нужно привязать. А к чему привязать? Привяжи здесь, а вот внизу у тебя можно привязать же. Опа. Подожди, ну ты плот-то не достанешь. Надо подумать, что делать. Может, плот привязать, и когда... Так, можно, Настюшка, попробуем? Давайте, ребята, я попробую. Не знаю, конечно, да, что делать. Вообще не понимаю даже, да? Давайте попробуем наше бревнышко взять. Маленькое вот сюда его притащить. А он у нас плывет все равно туда. А если нам здесь завязать узелок? Завязать здесь узелок. И залезть туда? Подняться вот сюда. Смотрите. Так, подняться сюда. И притянуть его к себе. Попробуй. А если перепрыгнуть вот через эту, попробовать его? Нет, он не перекидывается. У нас просто веревка длинная. Так, да, давайте попробуем, ребята, вот так вот. Привяжем вот сюда. Ты ее отвязал. Кого? Ой, я отвязал, что ли? Да. Так, нет, подождите, это получится, я только смогу потянуть уже последнюю. Может, притянем к себе корабль, и потом, когда вода наполнится, мы это сможем доплыть. Так. Когда вода будет ниже опускаться, мы просто подпрыгнем. Не понял. Еще не понял, Настюшка, что ты хочешь сказать? В общем... Корабль привязал правильно? Да. Можно просто его веревкой к себе притянуть, когда мы будем там наверху.
а я не смогу его притянуть, потому что у меня будет уже привязано то, я только смогу за то тянуть. Получается, нам, ребята, корабль сейчас нужно, я думаю, так нет, наше бревнышко отвязать. Можно даже не привязывать то, просто на него встать. А вода быстро уйдет, думаешь, мы так сможем? Мне кажется, мы не сможем так. Нет, корабль чуть-чуть проплывет, а когда вода будет ниже опускаться, давай попробуем. Ниже, мы подпрыгнем. Давай попробуем. То есть ты хочешь сказать сюда, да, я привязал корабль. Ну, этот, ребята, не корабль, да, а наше бревно. Я привязал, сейчас мы ждем, стоим. Он обратно не приплывет. Он к нам не поплывет, да? Нет. Будем ждать теперь, пока она уплывет. Он к нам не поплывет. А может его, это, поближе туда, где мы стоим. Так я его тянуть тоже не могу. Вот так только могу. А наверху я его тянуть не могу уже? Так не, говорю, это, камням. А если его на середину сделать? Он будет уплывать. Нет, мы его сейчас дотащим. Смотри, сейчас мы его дотащим, подпрыгнем, залезем. Ой, подожди, у нас что-то обратно-то не плывет. Так потому что там воды нет. И привяжем. Вот на серединку. А? Нет? Или что? Он все равно чуть-чуть. Блин, нет, не получается. Так, давай его толкнем-то до конца. До конца залезем. Привяжем. Сейчас хватаемся за эту, залазим на нее. Сейчас у нас полная наберется. Я не знаю, получится, не получится у нас. Ой, далеко. Ребята, далеко. Мне кажется, мы не допрыгнем. Можем утонуть. Ну ладно, что ж, давайте, ребят, попробуем. Давай. А, рискуем. Нет. Давай, котик. Котик у нас не так. О, точно. Смотрите, есть идея маленькая. Мы здесь привязываем. Смотри, у нас пошла вода. И мы отвязываем. Да, и здесь сейчас мы можем отвязать. И мы поплыли на бревне. Yes! А у нас там, ребята, также продолжает литься вода. Нам как-то надо это бревно, наверное, вытащить, да, туда? А! Нет! 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 Ребята, вы это видели? Так все хорошо шло. Как же так? Все так хорошо шло. Может быть, нам это бревно-то и не нужно было. Я просто подумал на дальнейшее, что оно, возможно, нам понадобится. Так, ладно. Сейчас мы уже знаем, что делать, да? Угу. Сейчас мы знаем, что делать. Как мы делали? Мы его толкали сюда. Мы привязали его. Привязали бревно. Потом привязали к той штуке. Привязали вот, вот сюда бревно, да, правильно? Да. Залезли наверх. Залезли туда и привязали. И привязали здесь. И потом напрыгнули на него. На бревно. И открыли. Бревно отвязываем. И поплыли, ребят. Сейчас уже все быстро и просто. Мы все знаем. Давайте пойдем дальше. Вау! Вот оно нам здесь и правда нужно. Бревно-то наше. Мы зря отвязали. А давай мы его привяжем. Можешь привязать? Тихонько, котик, только не упади. Котик, привяжи нам бревно. Он не хочет привязывать. О, есть! Мы его взяли. А-а-а! Давай, котик, давай. Какой у нас сильный котик. Угу. Ребята, отлично. Вау, Настюха, давай. Круто. Ребят, мы справились. Дорогие друзья, кому нравится вместе с нами играть, не забывайте ставить лайки. И кто еще не подписан на наш канал, обязательно подписывайтесь на наш канал. А мы с Наськой продолжаем, ребятки, дальше идти нашим котиком. О, как раз мы, ребят, дошли до клубочка. Тут какой-то что-то камень у нас, да? Не нужен, может и не нужен нам. Так, ну что, Настюшка, держи, держи. Так, ребят, и мы пойдем дальше. Мне кажется, я поняла, что тут надо сделать. Тут привязал. И там надо привязать, как бы тут.
Все-таки нам, ребята, камень будет нужен, да? Видимо, нам все-таки камень будет нужен. Давай. Перепрыгиваем его и толкаем. Ой! Мамочка! Это что мы? Это мы куда все, ребята, катим? Куда ты? Ящерица! О, видела, там ящерица была. Ребята, круто! Ух ты! Обалдеть, как настоящая живая природа! Ай, это легко! Ай! Тихонько! Мама! Вот тебе и легко! А, тихонько! Не паникуй только, аккуратно! Вот, молодец, все, вылезла! Клубочек замечательно нашел! Вау! Мамочка! Куда-то полетели мы! Мы похожи на болоте. Комары? Или что это? Это комары. Ребята, здесь просто куча комаров. Они это нас... точно болото. Они нас могут покусать же, ребята. Они нас могут... Ай, нет, Настюшка, мы потонули на болоте. Так, ну что, мы недалеко, да? Мы недалеко, мы совсем рядом. А может нам этот камень еще пригодится? Зачем? Потому что это, как я перепрыгну там? Давай попробуем, если думаешь, что сможем взять его. Мы его не можем взять? Мы соскальзываем. Не-не-не, мы его, Настюш, не возьмем, я думаю, не утащим. Ладно. Пошли дальше. А как тут я перепрыгну? Запрыгни вот туда наверх. О! Видишь, везде... О! Вот он, вот он, ребята! Это у нас плод! А Настюшка переживала... Я-то думала, уже ничего не сделаешь. Прыгай на него. Плод, ты хороший. Тихонько, 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 Настюш, только не прыгай. Комары, комары. Хватит, комарики. Нате, нате вам. Уходите. Смотрите, ребята, у нас воспоминания, да, здесь хватит, мы собирали комары. Ягоды. Комары. Не мы, а бабушка, да, бабушка. Ай, внуки, внуки бабушки. А, надо было дальше тащить этот плод. А. Настюшка. Надо было дальше протаскивать. Ты же видишь, что далеко, что допрыгнуть просто, ребят, нереально. И этот плотик нам будет на протяжении всего вот этого эпизода, да? Всего болота. Всего болота нам этот плотик, вот это наше бревнышко, оно нам понадобится. Это типа нашего друга. Да, и мы на него спокойно, да, вот так вот прыгаем. Комары нам тут мешают еще. Берем, видите, дальше тащим его. Потому что по болоту по-другому никак не пройти. Нус! Наш плод. Так, дальше вот я не знаю. Наверное, уже все. Наверное, его уже не, о, нет взять. На всякий случай. А он не берется уже. А, комары нам мешают. Комары! Они нам мешают, ребята, и не дают просто нам действовать. О! Чуть не потонули. Все, я думаю, что его не надо брать. Кш-кш-кш. Хватит. Нет, надо. Все? Нет, дальше он не полезет. Хотя он нам нужен. А нет, нет, полезет. Хотя он нам нужен. О, мы без него тут никак. Пш! Комары! Пш, пш, пш. Вот к нам пристали, а? Это что такое? А то гужил крыш отсюда. Вау! Бревно утонуло! Бедное бревно! Там, ребята, какое-то под водой течение. Кыш, 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 кыш. Смотрите, как они, а? Они, ребята, нам не просто летают, они нам мешают. Выполнять разные действия. Мы без них не можем схватиться, у нас не работает. Наша вот эта вот штука! У нас котик! Котик миленький! Маленько у нас не получилось. Ну все, вред. Это комары нам помешали, все, комары. Вредные комары. Ехо! Класс! Дальше? А, надо батут сделать, получается. Батут? Откуда? А куда его привязывать? Туда-обратно? Угу. Давайте попробуем, ребята, давайте попробуем сделать батут. У нас как раз заканчивается, точно, Настюшка, ты была права, у нас как раз заканчивается наша веревка. А-а-а! Мама? А-а-а! А как нам залезть? Ребята, у нас не хватает веревки. Блин. А может отвяжем там, где мы завязали? Так, а где отвяжем? Давай отвяжем там, и вроде да, оттуда веревка идет.
Ой! О! Держись! Так, так мы нигде ничего не сделали. Ну-ка отвяжи, а может надо сначала с той начать, а потом с этой? Давайте попробуем сначала туда. Да, так будет экономней, точно! Ребята, так будет 100% экономней. Сначала привяжем сюда, потому что она будет сразу идти, да? Она не будет идти через низ. Чуть не сорвались мы. И сейчас, наверное, у нас будет достаточно веревки, Настюха, ты права. Ты красавец. Настюшка, ты красавец. Ты лучшая, Настюшка. Так, держимся, дальше идем. Качели. Это, похоже, домик был на дереве. Какие-то ребята у нас здесь качели, да? Это дом на дереве. Так, круто. Или что, я зря, наверное, привязал? Или что нам нужно сделать здесь, как думаешь? Попробуем там вот этот, не знаю, что это. Надо вот туда забраться. А, нам сейчас. А мы сюда тут? Подождите. Нам нужно, короче, наверное, опустить нашу качель. Да. Ее нужно, наверное, привязать вот здесь. Привязать здесь, наверное. Наверное, может быть, ребят. Я, честно, не знаю. И сейчас нужно нам вот туда привязать здесь. И вот тут? Да. Я догадалась. Раскачиваемся. Наверное, надо посильнее. Я догадалась, что ты хочешь сделать. Воу, туда. Привязываем тут. Привязывай, котик. И там. Йо-хо, класс. Здесь что у нас? Теперь тоже надо тут батут сделать. Точно? Тоже батут? Отлично. А дальше, наверное, надо туда будет. Смотри. А там внизу у нас эта штучка спрятана. Как ее достать? Не знаю. Что там такое? Печка? Это печка, что ли? Ой. Может, надо толкать. И окнышки, и поехали за мной. А где еще одно? А, ее там можно подцепить, наверное, уже руками вытащить, да? Угу. Пойдемте, ребята, спустимся вниз. Достанем нашу вот эту вот штучку. Я не знаю, как правильно, это, наверное, коллекционный предмет. Пока отвяжем. Котик, отвязывай, что не отвязываешь? Так, ребята. Отвязываем, давайте вот здесь попробуем-то отвязать. Он не отвязывает? А почему не отвязывает? О, все, вот. Ай-яй-яй. Так, берем. Нет, не берет. Наверное, это не получится. Так, нет, подождите. Мне кажется, я поняла. А нет, не получится. Куда, надо, котик, нам не надо туда? Надо третье бревно. Надо точно третье бревно. А мне взять. Попробуем, там вроде лезть можно было, блестело. Давайте попробуем, ребята, выше забраться, да? Воу, куда мы полезли? Ой, это типа горки. Я не знаю, здесь что у нас. Зачем? Что у нас здесь такое, ребят, я не знаю. Воу! Фу, хорошо, что тут. Так, ну что ж, ладно, давайте вот там у нас клубок, пойдемте уже до клубка доберемся. Воу! Не смог я туда допрыгнуть. Давай! Нет, не получается. Нам как-то нужно все-таки через верх, видимо. Как-то нужно нам через верх все это проходить. Да, точно через верх. Зачем это тут привязано, конечно, я не знаю, если честно. Труба. Нам мешает труба здесь. Так, давайте привяжем сюда. Наверное, нам получится раскачаться. Да, точно. Вот так вот. Йо-хо! Круто! Все, мы добрались. Есть! Ну что, ребят, впереди, наверное, нас ждут наши эти комары, да? Наше страшное, ужасающее просто болото, ребят. Вот. Но что будет дальше впереди, да, кому очень интересно, ребят, оставайтесь с нами и не забывайте, ребятки, подписываться на наш канал. Ну а сейчас мы вам с Настей говорим пока-пока! До новых встреч, друзья!